Нас два. ¿Tienes algún cambio? Lo que sea, cualquier poquito ayuda. Puedes sentir eso en tu бухал по-черному. С дикого бодуна подходит к ручью подлечить сушляк. Вдруг из кустов выскакивает охотник. Раз пальнул, лось стоит. Два пальнул, лось стоит. Лось думает, вот стою я, пью, а мне все хуже и хуже. Ты про кайфом поставишься? А? Улетная хрень.
Полиция Чикаго приняла постановление об аресте Пирса. Однако жители продолжают поощрять его действия. С такой народной поддержкой его будет очень трудно найти. Пусть он тратит свое время как угодно, это его личное дело. А когда их ловят на этом вранье, поднимаем край. Какой лицемерие? Я понимаю, нужны обвинения. Я понимаю, нужны обвинения, но может лучше предотвращать преступление? Достало бы чистящиками. Не уйдешь, сука. На женщину напал. Скоро через трубочку будешь жрать. Ой, походу это тот чувак из телека. Ну так что мне взять с собой? Оружие мы дадим, но боеприпасы свои. Ясно. Учтите, это по минимуму. Ага. Итак, 500 штук 45-го для пистолета, цельнометаллических, 300 винтовочных, таких же, 150 для дробовика. Берите с крупной дробью. Это по минимуму? Да, веселые будут выходные. Нашел чертов палец. Большой палец ноги. Ложь. Мы выбираем водителя за их. Когда его
Тут голяк, пошел дальше. Тут никого. Пойду дальше. Он скрылся. Ну и хер с ним. Глядите в оба! Всем глядеть в оба. Не спать. Держи меня, ну а вот так, давай, ну. Мы ждем сегодня, ну прям вообще. Зажигаем непонятки. А что там это, что твоя? Не, я так не играю, ты все. Зажжем, не расслабляйся.
Боба! Лучше пойти и проверить. Будьте начеку. Не расслабляться. Здесь кто-нибудь? Эй, стой! Ну! Полиция Чикаго приняла постановление об аресте Пирса. Однако жители продолжают поощрять его действия. С такой народной поддержкой его будет очень трудно найти. Недостатки энергосетевые устраны. Этот хакер проэмоциирует герой. Они говорят, Чикагская ОС уязвима. Жители беззащитны. Вернем контроль.
должен быть какой-то выход. Он эгоцентрик, лишь бы победить. Если помогу, найду второго хакера, он отпустит Ники. А если нет? Неважно. Все равно других вариантов нет. Же позвал. Черт. Запарился. Ну? Ну-ка, взгляни сюда. Кто это? Не знаю, файл битый. Как бы посмотреть все видео? Не выйдет. Тут нужен оригинал. Я пытаюсь пробить ее по базам сети ОС. Да, я чего хотела сказать-то? Он не знает про этот файл. Похвастался бы, точно. Ты про кого? Может, это ключ. Или нет, но... надо его опередить. Что-то случилось? IP-адрес? Да, он дал его мне. Найдешь, куда ведет? Да что происходит? Эйден, ответь мне. С места не сдвинусь пока. Он забрал ее, Клара. Он держит мою сестру как залог. О, боже. Тот самый тип? Да. Дэмиан Брэнкс. Ну, тут я бессильна. Пойду. Потом свяжемся, да? Как закончишь? Сюда. Что такое? Заткни уши. Я не могу! Нет проблем!
что мы нарвались. Не высовывайся, я нас вытащу. Это был последний раз. Я потерял сеть, нужно оборудование. Твои проблемы. В команде ты работать не хочешь. Твоя проблема, ты и решай. Но шустрей. Для тебя дело есть. Золотце, это твой братик. Эйден? Джекс, как там мой малыш? В норме. Где ты? Не знаю. Тут холодно. Мне завязали глаза. Я боюсь, Эйден. Понимаю, но я приду за тобой. Я знаю Дэмиана. Не надо его бояться. Просто будь осторожнее. В каком смысле знаешь? Он меня похитил. Потому что ему нужен был я. Что? Хорош. Боже, что ты ей сказал? Она вся в слезах. Дэмиан, дай ей трубку. Если хочешь поболтать с ней, отследи айпишник и добудь мне полезную инфу. Пока. Она жива-здорова. Пока. Там, где ее держат, холодно. На улице? Если поговорить подольше, может, пойму где? Привет. Эй, привет! Не пожалеешь.